Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Rise of the Tomb Raider. Двигаемся вперед. Сейчас надо найти базовый лагерь. Ой, какая прелесть. Найти базовый лагерь, чтобы по нему, вернее, с помощью него сделать быстрое путешествие и наконец начать историю с бабоёшкой. Но что-то так это все не быстро. Так это все не быстро, я вам скажу, друзья мои. Зацепитесь за уступ. Чтобы забраться на далекий уступ, бросайте ледорюб во время прыжка. Ну окей. Ах, вон оно что. У нас ледоруб. Все, понятно. Нам Сонька дала специально эту блатную эту амуницию, с помощью которого мы сможем еще и я не совсем понял, почему она не зацепилась. Вот непонятно совершенно. Вот мы. Сейчас она зацепилась. У нее тогда, наверное, настроение плохое у Ларки было. Вот она и не захотела цепляться. Отлично. Короче, как эта хрень называется, это оборудование, я не запомнил, если честно. Ну, точно знаю, что... Ах, вон оно что. Но точно знаю, что с помощью него мы уже можем вскрыть другую гробницу, которая была в районе этой... Господи, как она называлась, эта локация? Забыл. А, геотермальная долина, вот. Если пойдешь к собору, берегись. Там полно солдат троиц. Да, отлично. Я знаю. Оружейный инструмент. Инструмент для улучшения, дающий доступ к дополнительному уровню модификации оружия. Это скилл какой-то, видимо, навык, да. Сколько насилия, сколько смертей. У нас 6 очков. Но несмотря ни на что, люди Якова продолжают сражаться. Их связывает клятва, данная их предками. Долг, перешедший по наследству. Но я вижу, что они просто хотят жить в мире. Думаю, им пора расстаться с прошлым. Если мне удастся найти Атлас, я смогу забрать отсюда Святой Источник. И им не придется больше страдать из-за него. Они смогут поделиться бременем правды с остальным миром. Но если все окажется впустую... Шикарные планы, конечно. Не знаю, что тогда делать. Все. 6 очков навыков. Сейчас мы давайте прокачаемся, а то что-то совсем как-то печально. Смертоносная сила. Скрытые добивания быстрее позволяют расправиться с врагом с особой жестокостью. Нажимайте Y, чтобы убить ничего не подозревающего противника. Да. Выполнив атаку с уклонением, можно убить врага, на котором нет брони, вовремя нажав Y. Да, делаем. Мгновенно убивайте врагов ножом, прыгая на них сверху. Для проведения атаки нажимайте Y. Естественно. Это что? Получайте меньше урона от вражеских выстрелов и атак в ближнем бою. Данный эффект действует совместно с навыком толстая кожа. Адреналин, неотразимый удар сбоку. Где толстая кожа? Давайте посмотрим. 3 доступных очка навыков. Так, есть здесь это? Падальщик, виртуозность, естествоиспытатель, искусство выживания, знаток дробовиков, знаток винтовок, знаток пистолетов, знаток луков. Ну и где эта толстая кожа? Легкая походка, способная ученица. Патроны дураку. Интуиция. Напалмовые стрелы. Стрелы с ядовитым газом. А это что? Подожди-ка. Где этот навык? Навык каменное сердце. Подожди, это что? Мне кто-нибудь объяснит, где это каменное сердце находится? А, свой навык каменное сердце. Ага. Толстая кожа. И где он? Это что? Выполняя атаку с уклонением, можно мгновенно убить врага в бою. Да. Сколько у нас? Ну, одно хватит, в принципе. Теперь. Ну все, давайте сделаем быстрый переход, как я и говорил. Переместимся вот сюда. И нам пора уже, да, эту погоню за дедушкой организовать. А то что-то как-то кисло все.
Ну что, друзья, мы переместились. Я, естественно, это все удалил. Надя, расскажи мне о долине греха. Потомки сторонятся этого места вот уже многие столетия. Красные пытались построить там аванпост, но лишь разозлили Бабу-Ягу. Она свела их с ума. Дедушка мне часто о ней рассказывал. Она живет в волшебной избе, которая ходит на курьих ножках. Это забавно. Ты этому веришь? Изба на курьих ногах? Я верю дедушке. Он был в лагере, когда красные забрали бабушку и заставили ее помогать им исследовать руины в долине. Ведьма убила ее. Дед ей этого так и не простил. Ведьма? Прямо как в русских сказках? Как-то не верится. Просто будь осторожна. Непростая эта долина. От нее добра не жди. Хорошо, как скажешь. Ой-ой-ой, Ларка, аккуратно, смотри себе голову, не прошиби. Здесь очень прикольно лазить, вот прям нравится мне здесь лазить. Здорово сделано. Конечно, моментами она херню занимается какой-то, Ларка, но ничего. Это простительно. Лара, подожди, я перехватила радиопередачу. Тебе будет интересно. Давай. Что? Ответьте! Срочно! Вытащите нас отсюда! Черт! Что это, блин, такое? Оно ходит. Ну как? Что за ху... Слышала? Это ведьма. Тут явно творится что-то неладное. Так или иначе, мы во всем разберемся. Да, разберемся. А мы здесь были же уже, да? Как-то я прям так душевно прыгнул туда. Что-то как-то вообще не подумал как-то. Хотя сейчас все нормально, все получилось. Непонятно, правда, непонятно. Здесь был? Мы здесь были уже, здесь гробница, но вот этой веревки тут не было. Я просто не мог перепутать. О, это что такое? Небольшой лагерь. А почему не горит? Похоже, дедушке удалось хотя бы до туда добраться. Ты уже почти в долине. Ладно, раз мы почти в долине. Прям легенда о Бабе-Ёжке будоражит. Отлично. Давай, Ларка. Ты у меня прям вообще убер-мега-сайгачка. Это гробница, что ли, впереди? Погоня за дедушкой. Отыщите, обыщите долину греха в поисках Надя, пропавшего деда Нади. По-моему, я нашла долину греха. Не знаю, Баба-Яга это или нет, но тут явно что-то не так. Будь осторожна. Это ее владение. Окей, на. Садимся. Долина греха. Давайте посмотрим, что, кстати, на оружие тут доступно. Это что такое у нас? Стабилизатор. Стабилизатор уравновешивает стрелу, снижая отдачу, что ускоряет, заряжает и повышает скорострельность. А это время удержания. Усовершенствованные кулаки снижают падение, снижают падение натяжения тетивы, тем самым повышая предельное время удержания. Да. Кулачки. У меня убер Ахтунг лук. Такого ни у кого нету. Такой только у меня. Ломаем. Нет, а почему? А почему? Ну вот мы отсюда прибежали. Да, вот мы пришли. И чего здесь? Вот только сюда путь. Все, больше никуда. А нет. А, да. И что мне с этим делать? Ну, я не думаю, что это так. А-а-а.
Ой, я даю. Называется «Смотрю книгу, вижу фигу». Что это за вещества тут распаленные? Фу. Эх, Надька, Надька. Цветы. Что ты сказала? Я тебя не понимаю. Что-то не так. Голова кружится. Наркомания, Надька. О, нет. О, нет. Это... Слишком поздно. Слишком поздно. Конечно, да. Нет, я сплю. Это не взаправду. Не бывает. Ларка, соберись, ты права, это полная херня вообще. Наркоманские сны какие-то. Продолжай двигаться. Да-да-да-да-да-да, давай. Вот так. Опа. Отец? Папаня? Нет, не может быть. Нет, подожди. А что он здесь делает? А это меня нахлобучивает, короче. Я близко. Нахлобучивает жестко. Постой, где я? Куда? Куда ведет эта тропа? Иди сюда. Мистер Кроуф? Это не он. Кто это? Отец, хватит. Что? О, черт. Нет, надо сматываться. Не-не-не-не, Лар, ты чё? Разберемся. В каждом мифе есть зерно. Кто здесь беспредельничает? Что это за бабаёшка? И куда мы не уйдем? Нет, нет, это за не... will be seen. Идем, идем за папаней. За лордом Крофтом. Он нас приведет куда надо. Кто ты? Зачем тебе все это? Хватит! Черт побери, прекрати! Для меня такое? Уже слишком поздно. А это что? Нет, не делай этого. Когда вы здесь? А, суицид, папаня. Кто ты? Пойди и узнаешь. Пойдем и порвем ее. Лара, мы порвем ее. Она нажимает на больное. Нельзя так. О-о-о. Это же изумительно просто. Это невозможно. Это же сказка. Конечно, невозможно. Прости, Лара. Обратной дороги нет. Тут смеешь. Обязательно, ага. Что это? Там что, ракетная установка в этой избушке? Я не понял. Я хочу с автомата С автомата хочу пострелять. Что? Вставай, Ларка. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты что, с ума сошла, что ли? Давай, вставай. Вот так. Где? Зря. Очень зря. Хорошо. Ты зарядила? Да вставай давай. Ты что-то вообще какая-то сегодня мертвая, прям пассивная до ужаса. Мне так неудобно стрелять. Давай-ка вот сюда. Сколько? Там еще один должен быть. А что, патрики закончились? Я сейчас с избушкой буду воевать. Боже, это невозможно. Там, походу, избушка с зенитно-ракетным комплексом внутри. Пойди, твой отец ждет. Это обман. Продолжается приключение, да? С-400, короче, это. Лара, ты меня слышишь? Как ты? Да ничего. Да, сколько из меня воды вылилось? Кажется. Я столько не выпил. Ты начала кашлять, сказала что-то про цветы, пыльцу и пропала. Я уж думала, что тебя убила ведьма.
Кажется, у меня были галлюцинации. Я надеюсь. Такая шалава. Галлюцинации? В долине растут цветы, вызывающие видения, но их эффект незначителен. Обыщите пещеру в поисках ули. Знаешь, что это за место? А что трубы, за пещера? Воздуховоды. Думаю, что-то советское. Должно быть, это аванпост. Отсюда красные изучали что руины. Происходит? Моя бабушка была ученой, и поэтому они заставили ее помогать им в работе, но... Заставили. Больше дедушка ее не видел. Из всей группы выжил лишь один офицер. Он вернулся через несколько недель после... Я знала, что плескать ему воду в лицо не следовало, но не удержалась. Думала, ладно, денег на исследование, конечно, лишусь, но шокированная рожа министра Дятлова того стоит. Дура. Уроды из КГБ вломились ко мне той же ночью. На 5 лет в трудовой лагерь. У них даже духу не хватает называть его так. Вместо этого говорят «Станция Свобода». Лицемеры. Это настоящий лагерь. Я пообещала себе, что не сломаюсь, но взмолилась о пощаде уже через несколько дней. Я должна отсюда выбраться. Один из охранников, розовощекий парень по имени Иван, мил, но глуповат. Мне больно играть на его простодушие, но я не собираюсь гнить здесь заживо. Понятно. Ваньке голову кружит. В начале экспедиции он уверял, что ведьма заставляла их делать ужасные вещи. Какие? Групповушка? БДСМ? Что там? Делала не так ведьма. А это что? Вот какое-то говно кипит, ясно. Здесь ничего не зажигается, нет. Так какую пещеру нам проверить-то надо? А, вот где я тупанул. Понятно. Ладно. Лара, зачем прыгать? Я вот ориентируюсь на твою анимацию, это тоже играет свою роль, ты знаешь? Давай, лезь. Ну и что, в чем вопрос твой? Вот. Да еще, теперь в бок. Зачем ты раньше времени мне показываешь, что ты готова прыгать? Это с толку сбивает, Ларка. Эх ты. Ричардов, да Ричардовна. Ты что у нас тут? Тут кто-то был. Типа загадки и недавно какие-то. На руинах что-то построено. Что видишь? Какая-то самодельная перегонная установка. Пахнет цветами. Черт! Разумеется! Она обрабатывает пыльцу. Использует ее в качестве оружия. Это не волшебство, Надя. Просто она очень умная. Но погоди. Если она обычный человек, почему пыльца на нее не действует? Видимо, научилась ей противостоять. Нужно узнать, как. Ладно, давайте так. Ага. Это что-то дает? Ну-ка, ну-ка. Такой вот эффект. Понятно теперь. Это какая-то из механик. Взрывать пыльцу, значит, да? Опа. Я уже несколько недель нахожусь в этой долине. Вдали от лагеря и моих близких. Ивана и дочери. Мне было поручено найти противоядие, способное справиться со странным эффектом, витающей в воздухе пыльцы. Мне кажется, я разработала подходящую формулу. Экстракт семянки этого растения. Печень животного, съевшего цветок и переработавшего его токсин. Производная фенотиазина. Опасения вызывает лишь последний компонент. В лагере его предостаточно. Там его используют для борьбы с насекомыми. Производная фенотиазина по своему химическому составу схожа с другими известными мне соединениями. Из него может получиться элементарное антипсихотическое средство или яд. Я приму смесь сегодня вечером. Угу. Хотела с собой покончить. Заключенный написал формулу, которая может помочь справиться с эффектом пыльцы. Должно быть, ее написала бабушка. Ведьма убила ее, но она даже из могилы пытается спасти деда. Прямо как в его сказках. А, Надя... Поверь мне, Лара,
Вернись ко мне на советскую базу. Я помогу тебе найти все необходимое. Угу. Вернись ко мне на советскую базу. Подожди. Ага, отсюда мы сбежали. Эх, Надька, Надька. Так это мы сейчас перемещаемся куда? На советскую базу? Нифига себе. Слов нет, чтобы описать только что увиденное. Я отправилась в долину греха в поисках деда Нади, но едва унесла оттуда ноги. Я словно увидела сказку, но сквозь разбитое грязное стекло и... Папа. Умом я понимаю, что все это иллюзии, но... Эхо выстрела до сих пор звенит у меня в ушах. Там происходит что-то ужасное. Я не верю, что это волшебство, но это точно что-то необычное. Нужно во всем этом разобраться, но сначала надо найти способ прояснить мысли. Окей, давай перемещаться. Так. Ну, это куда, я думаю? Нет, это вот здесь будет, вот. Потайное, наверное, убежище, да? Давайте туда переместимся. Надька вроде там должна быть. Ладно, Надя, я вернулась на базу. С чего мне начать? Хорошо. Сначала семянки. Цветы растут где-то в пещерах. Там их не очень много, плохо тебе не станет. Проблем быть не должно. С печенью все просто. Местные олени питаются цветами. Выследи одного из них и убей. И мне кажется, я знаю, где искать средства от насекомых. Дедушка научил меня читать по-русски. Я поищу в старых накладных, там должно быть написано, где они хранили химикаты. Как найду, сообщу. Хорошо. Я пока займусь другими ингредиентами. Итак, друзья мои, мы прибыли. Я вырежу обязательно экран загрузки, он не нужен. И я думаю, что заодно мы с вами попытаемся пофармить кожу для расширения патронтажа для дробовика. Помните, мы в прошлой серии хотели. И в позапрошлой хотели, но что-то как-то не сделали. Не дошли руки. Дел было много, неотложных дел, да. Ну, сейчас, я думаю, можно будет. Давай, собирай, Кварка. Вот это у нас. Что это? Ну-ка. А, это в пещере. Она же про пещеру говорила. Здесь нету, да, этого? Кожи нету, нету. Нам нужна кожа. Шкуры, много шкур. Нам нужно много. Это цветы. Теперь нужны семянки. Это оно... А, одна из пяти. Только это не то место, где наш штаб заседал. Ну-ка. Какой-то бестолковый лагерь, честно говоря. И что, и все? Они хотят сказать, что я буду в каждую пещеру забегать и вот так вот по одному листочку срывать? Ну, это странно очень. Давай, ледорубом, он у нас он сам раз. Вот, а как это, взрывчатая хрень, как она называется. Какое-то там что-то. Ну-ка, есть? Тут шкура получится? Нет. Вот. Ну. Лара, у меня тут кое-что интересное. Послушай-ка. Дурманов. Все еще никаких вестей от команды Браво. Они молчат с тех пор, как мы получили сигнал бедствия. Нужно бы отправить спасательную команду. Заканчивайте обход советской базы и попробуйте выследить местную девчонку. Она как-то связана с исчезновением группы Браво. И прежде чем мы пошлем туда еще людей, нужны подробности. Вас понял. Сможешь где-нибудь спрятаться? Я в одном из убежищ, а снаружи полно ловушек. В худшем случае попытаюсь удрать через тоннель, но мне еще нужно дочитать накладные. Для тебя это обычное дело, Лара? Я еще не привыкла к тому, что на меня охотятся. Не думаю, что к этому можно привыкнуть. Просто не высовывайся. Да, мы не можем привыкнуть, что за мной охотятся. Я из-за этого плохо сплю ночами. Вон дурман бегаю какую-то собираю.
Еще раз давайте посмотрим, обежим, может что-то упустили. Очень бы хотелось здесь все собрать за раз, но судя по всему нет. Это еще в одну пещеру как минимум надо будет заходить. Да, потому что стоп. А, ну тут да. Все уже сняли. Все уже сняли. Ну нет, тут ничего. Больше, к сожалению. Выходим. И идем к следующей пещере, да, насколько я понимаю. Что это за звуки? Все. Хорошо, как раз две шкуры. Сколько? Ага, две. Две. Великолепно. Это что у нас? А, это масло. Слушайте, ну тут прям вообще как положено. Настоящая Сибирь. Жаль, залежи нефтянки. Прям вон из пещеры вышел и нефтянка. Охеренно прям, да? Не регион, а мечта. Мне пока что везет. Старую шахту патрулировать не посылаю. Я по-русски не очень, но слова «опасно» и «уран» понимаю. Поверь мне, нам туда не надо. Есть контакт! А чё он застыл? Огонь! По ком ты стреляешь? Ты что, дурак, что ли? Что это за красная стрелка? Вот это что? А-а-а. Тут еще вол. Ладно, сейчас мы разберемся. Он еще не помер. Все. Да нет, он еще вон есть. Живой, живой. Ну сейчас ты. Ой, а давайте с пистика постреляем. Все. Там с пистика пострелять. Я давно с него не стрелял. Не то что давно, я вообще очень редко с него стреляю. Практически никак. Пару раз пострелял, и все, это никуда не годится. Есть у нас, значит, да. Давайте посмотрим. Я что, просрал, что ли? Подожди, где? Не-не-не-не-не-не-не-не, вот тут что-то. А, вот она, пещера. Родная. У тебя есть? Нет у тебя шкурки? Плохо. Очень плохо. Так, ну вот я вижу, этот дурман. Раз, два, три уже. А нам два надо, да? Да, еще один. Так, добудьте печень оленя. Мне нужно теперь оленя убить, да? Вот это, кстати, будет прекрасная возможность все-таки, чтобы пофармить ресурсы. И посмотреть, сколько мне надо для того, чтобы у меня была возможность расширить свою сумку патронтаж по дробовик. Потому что 7 патронов это ни о чем. Просто ни о чем. Олень, ты где? Олень, покажись, я хочу убить тебя. Ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Просто божественная, я считаю. Теперь надо оленя, да, где-то выследить. Для дробаша 12? Почему 12? Было аж 7, я взял 3, стало 12. Очень интересная арифметика. Давайте смотреть, где тут олень есть. А, вот оно. Подожди-ка, подожди-ка. Спускаемся. Забираем. Так. Еще раз покажи нам, игра. Ну покажи.
понял я. Что за бред? Вот тут же должен быть. Почему она не показывает мне? Ну. Интересно, конечно. Шкура, вот. Печень оленя. Вот так. Ну это. Я слышу звуки. Я слышу звуки. Где он? Где-то вот здесь он. Правильно, он где-то вот здесь. С мертвого-то оленя мы сняли. А вот с живого вырезали, вернее, у мертвого печень. А, вот он. Пойдемте. Где он? Ага. Идемте, идемте. Где он? Вон туда убежал говнюк. Ну, ща мы его. Все равно убьем. Все. Конечно, это не очень так по канону, но это быстрее будет. С автомата. Ух ты. Этот реактив из записок бабушки. Фенотиозин. Кажется, нашла. Они хранили его на нижних уровнях медиплавилки. Они им летом термитов травили. Надя, ты уверена, что это нужный нам реактив? Да, именно его в своих записях упоминает бабушка. Хотя я не знаю, можно ли его пить. Ну, это мы скоро узнаем. Иду за ним. Так. Куда-то медиаплавильный завод? Ну, пойдемте. Так, подожди-ка, иди-ка сюда, родной. Мне кожа нужна. Извини. Это все, это все. Где ты там? Ну покажись, олень. О, говнюк. Не хочет. Ладно, идемте. На медиаплавилку. По-хорошему-то серию заканчивать уже надо. Здесь это лагерь, да. Это лагерь. Давайте, дорогие друзья, мы на этом серию закончим. Продолжим собирать ингредиенты в следующей. Я думаю, что в следующей мы и закончим эту легенду о Бабе-Яге. Потому что у нас, наверное, скорее всего, получится две серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.